Мистер Дин, привет, Краснодарский край. Словом, наверное, хорошо. Что плохо? В смысле плохо? Кря. Кря-кря. Плохо слышно стало. Что я сказала? Реально, кря-кря. Кря-кря продукшн. Здравствуйте, кря-кря. Я не помню, что я говорила. Да пыли, блин, с открытыми окнами едем. Кря-кря, да, звоню. Что я говорила-то, я уж не помню. Пыли наелись и все. $210 в месяц, кря-кря, в Ирландии. Сам русский. Особо ничего не интересно. Особо ничего интересного и не особого тоже. Откуда ты такая хорошенькая женщина? Сам ты женщина. Какая я тебе женщина? Судя по анкете, я вообще тебя младше. Какая я тебе женщина? Ask me, привет. А что у меня женщина обзывает? Ну, ты еще поговори мне. Добзи, hello, how are you? Куда намылилась? Я с работы еду. Ну хорошо, взрослая девушка, если так будет приятнее звучать. Приятнее будет звучать, когда вы заходите с цветами и говорите: о боже, мечта, какая ты красивая. Вот так будет приятно. Такой раз, на букет цветов, и я такая: о боже, какой мужчина, о боже, куда заходить-то, ну куда, в комнату, как здесь называется в приложении, я не видела, что ты спрашиваешь, конечно, ты мне женщина написал, я больше ничего не вижу, ты работаешь, конечно, работаю. В смысле? А ты что, меня содержишь, чтобы я не работала? Ай, мужчина, мужчина. Какие вы интересные. Отчаянная домохозяйка. А за чей счет сие мероприятие? Я из Новосибирска. Кря-кря, ну ё-моё, ты чё? Ну не прокрякивай то, что я тебе говорю. Слушай внимательно.
Что такое невнимательно? Да, вот именно. Всем привет. Привет, Артём. Мужчине расписано для содержания. Ты что, офигел? А что мужчина, женщина содержит, только когда они расписаны? В смысле? В смысле? Ну, зая. Это я что? Чтобы понять, какой мужчина, мне нужно с ним расписаться, что ли? Это что? Что за нафиг? Наверное, список большой. А Ирландия небольшая? Да вы вообще, мужчины, здесь обманываете. Один меня тут обманывал, что он в Корее, блин. Другой пишет Ирландия, тыкнул. Натыкали тут. Обманываете женщин, в заблуждение вводите. А, даже так? Из маленького сибирского городка или что? Где крякаешь хоть? Дай знать, где ты крякаешь. Али, привет. Что я пропустил? Позвонили. А ты на каком моменте вышел? Ты хочешь, чтобы я тебе все пересказала? Ну, я рассказывала. На моменте... Ну, в смысле пропустил? Я уже сумму озвучила. Ой, блин. Ой. Привет. Так и от тебя ок пришло. От тебя пришло ок. Привет, Карен. От тебя пришло ок. Ну и я как бы все окей. Кря, спасибо. Что это? Это цветы? Думала, букетик побольше, конечно, будет. Что за хрень? Что за хрень ты мне прислал? Букет. Моё-моё. Не, давай ты другим будешь такие букеты дарить, пожалуйста. Такие мне не надо. В месяц?